Густой туман окутал ряд регионов Центрального Китая, в том числе провинции Henan и Хэбэй. Движение на некоторых важных трассах было парализовано, отменено междугороднее автобусное сообщение. Туман опустился на большую часть территории провинции Шаанси, видимость там упала до 1 километра. Из-за погодных условий в международных аэропортах Сианя и Сяняна были задержаны несколько рейсов, на некоторых магистралях было полностью перекрыто движение, что привело к образованию многокилометровых пробок. По приказу местных властей на наиболее проблематичных участках дороги были размещены полицейские патрули. Водители предупредили не отправляться в путь без особой нужды. В провинции Хэнань сильный туман также привел к значительному затруднению движения. Ситуацию там контролируют дорожные службы. Похожая ситуация сложилась и в Ляонине, Шандуне и Чунцине. По сообщению Государственного метеорологического бюро, туман образовался из-за таяния снега в результате постепенного повышения температуры воздуха на всей территории страны. Павел Данилюк, CCTV.